И всем привет, ребята, с вами Андрей и... Артём. И сегодня мы будем снова выживать в Майнкрафте, и это уже будет 11-я часть, да, ребята? Это уже какая серия? Ну, в принципе, мы снова будем выживать в Майнкрафте. Так, да, убобленник! Валерь! Ты же под водой дышишь. Я убил. Андрей, мы же там хотели найти клад. Точно, давай. Мы нашли, конечно, клад. Нашли свой первый алмаз. Второй, второй вход. Давай, погнали. Давай я тут под водой попробую поискать, а ты тогда ищи на суше, уже найдут. Вот. Сейчас что-то найдем. Ушел. Ура! Тут один алмаз. Дай мне. Что-то там еще одно сердце. Винтарь заполнен. Ну тогда дай. Зато здесь есть сильное подводное дыхание. Здорово. Так, сейчас подожди. Я выкинула вообще то, что мне не нужно. Вот это зачем? Вот это мне зачем? Вот это мне зачем? Вот это. У меня проблем, у меня все нужно. Это все. Дай мне алмаз. Вот это давай, сейчас ты где? Я тут, близко. Андрей, ой, я все подобрал, блин. А что же железо-то выкинул? Андрей, ты чего? А, точно, подожди, случайно. Я взял, забрал все вещи. Так, держи, я тебе хочу додеть. У нас держи. Так, ладно, тогда буду сейчас другие вещи выкидывать. Блин, мне все нужно, понимаешь? Все почти. Мне тоже почти все нужно. Так, карта, а, кстати, мне уже эти две карты сокровищ уже не нужны. Мне не нужна... Ну, ладно, я не могу везде найти. Можно ли взять свет? Да. Так, слышно. Крипер. Ладно, золотую лопату выкину. Пам-пам-пам. Офигеть просто. Ты какая красивая вода. Так, кстати, Андрей, тут же в каждом кладе много этой брони, кольчуг. Как эту броню одеть? Ты что, скрафтил алмазную броню? Нет, это кольчужная. А, давай! Знаешь, забирай эту всю ненужную броню и одевай на себя. Она довольно-таки неплохо защищает, кстати. Давай, сейчас. Не ударь меня, то у меня просто очень. Кстати. У меня только на грудник кольчужный. На грудь там еще шлем есть и штаны в складе. Я сейчас съесть подозрительно рагу. Ну, то есть... Выплывай, там утопленник с резурсом. Выплывай быстрее. Нет! Андрей, слово «выплывай быстрее» тебе о чем-то говорит? Давай тогда опять тогда делай так, как на меня перемещай. Я вот как раз что хотел сделать. Я хочу сказать, съесть подозрительное рагу. Оно может с любым эффектом попасть. Давай. Слепота. Я ничего не вижу. Ну все, тебе конец. Да не, оно уже прошло. Кстати, тут же был полный срезок, не потратил его убьем. Давай мы сейчас его убьем тоже, отомстим, так сказать, где он? Не вижу. Где он? Не знаю. Он где тут, я его видел. Я телепортировался. Блин, жалко, конечно, что читами. Не пишите в комментах, что мы тупые. Так. Так, сейчас. Как не бесит. Прикинь, тут их два. Ай, ты у... я думал, что вы оба умерли. Три зубика не можешь забрать? Да не могу, Андрей, ну подожди. Ну, ты... Ай, блин. Сейчас я откопаю этот три зубчик. Да ты его не сможешь забрать, Андрей.
Это же помог мне со скелетом, сейчас убьют. Тебе скелет. Все. Там еще утопленник. Короче, давай. Вот утопленник слезу, там сейчас убить надо. Бью. Ай, ты меня ударил. Второй здесь вот этот вот. Сейчас я второго убью. Все. Из второго трезубец выпал. Как это? Выпал. Дай мне, пожалуйста, дай, пожалуйста. Он сломанный почти весь. Его нельзя, так сказать. То есть его нельзя использовать, да? Мы потом еще найдем несколько соединений, и у нас будет целый трезубец. Мы еще будем зачарованы на него. Что это еще раз? Еда какая-нибудь есть? Нет, ну только вот есть какая-то... Вот, держи, я тебе отдал всю еду. Нет, не надо, себе ее забираешь, твоя еда. И тем более, ты видишь, уже жареная. Кстати, уже утро. У меня есть гнилая плоть, а ее не получится зажарить? Нет. Ты хочешь есть, а я не хочу. Так, сейчас я тут пожарил немножко все. А, смотри. Что у меня? Инвентарь. Андрей. Что? Меня... Все, сейчас. О. Давай пойдем дальше. Ты можешь потом это без лодки. Давай. Смотри, я тебе сейчас расскажу, так сказать, небольшую фишку. Смотри, погружайся под воду. Под воду. Видишь, вот погружайся. Смотри. Нажимай туда же и плыви. Смотри, плыви. Вот так? Тихо, смотри. Да, смотри. И вот смотри, вот видишь, вот оставайся как бы наверху и дыши вот этот момент, смотри, вот как я. Смотри, да, всплывай наверх. Всплывай, плыви. И вот смотри, плыви. И, как бы, смотри, и иногда набирай воздуха. Понял? Понял. Ты, главное, следи за показателем воздуха. Хорошо, что тут красиво. Так, сейчас я слезу. Так, пузырики, возродитесь, я снова. О, тут есть остров, на котором есть дерево. Так, все. И в каком-то острове, где деревья. Кстати, мне этот остров чем-то напоминает наш дом. Потому что тут очень похожая генерация, но это не то. А ты где? Ну вот я около тебя. А. Овечка, все, у меня наконец кровать есть. Все, у меня есть кровать. Все, у меня тоже есть кровать. Теперь можем ночевать. А, нет, нету. Я выкинул шерсть. Блин. Только что вот одну ты выбил, сейчас еще туда, еще последнюю ищем шерсть. Ну ладно тогда. Если честно, ребята, вообще шерсть нам нужна сильно, чтобы для кровати. О, а вот я уже вижу овечку. Давай. Только есть одна маленькая проблемка. У меня 3 шерсти, и все 3 шерсти разных цветов. Надо найти любой краситель. Так, где... Вот серая шерсть. Так, нужно найти любой... Так, чтобы выкинуть. Выкинуть, наверное, я выкину миску. Ищем все. Так. Так, пока что-то ничего не видно. Ты не... А, там, ты краситель? А, овечка маленькая. Слушай, мне, конечно, я твой ник вижу, но очень-очень-очень далеко. Вот. А, ты на другом острове уже. Сейчас я доплыву.
я нашел серый краситель, он мне, в принципе, нравится, я тогда из него сделаю кровать. Давай. Не серый, а светло-серый. Сейчас я выкину все вещи пока что временно. Так, я хочу есть, так что давайте покушаем с вами вот этот край. Так, все. Я снова не голодный. Все, я покрасил шерсть, теперь осталось сделать кровать. Хорошо, давай. А у тебя какая будет кровать? Серая, светло-серая. А у меня будет обычная белая кровать. Ты хочешь, мне тебе тоже можно светло-серую. Я хочу красную. Красный, сейчас подумаю, как тебе красный сделать. Ну, красный можно найти, это мак, обычный цветочек. Дальше сейчас мы побегаем, знаешь, по поляне, если найдешь какой-нибудь красный цветок, можешь сделать себе кровать. Видишь, это розовый. Давай побегаем здесь тогда. А, нет, показалось, я подумала, что это пустыня. Ну нет. Побежали туда, что он не... А, что такое жжёт этот с дырками? Это улей. Тише, аккуратно. И главное, не трогать пчёл, они тебя могут ужалить. И будет неприятно. Так, сейчас я себе здесь скрафчу эту кроватку. Так. Всё, у меня есть кровать. У меня тоже. Так, бежим дальше. Может, найдем красный краситель и заодно попутешествуем. Тут, кстати, может быть деревня, может быть, но я не гарантирую, что она здесь будет. Что-то пока что, если честно, никакого красного красителя. Типа, добыть красный краситель есть два способа именно в виде цветка. Это один способ найти мак, а другой способ это найти розу. Хорошо. Окей. Андрей, я тут нашел еще один разрушенный портал. Какой? Причем огромный. Да? И видишь, там блок золота на высоте. Подожди меня. Угу. Овечки? А, не, нам уже не надо. Ты видишь, где я? Да, вот ты. Ты видишь, они там на горе он высокий? Да. Это вот похоже на такой старый мир. Я уже бывал в них таких. Ух ты. Ух ты, тут еще один блок золота. Тут главное есть лава, аккуратней будь. Так, у меня еще один. Добыл, остался второй. Теперь сверху. Спокойно прыгаем. Только аккуратнее, тут очень много лавы, не упади в нее. Видишь, он тут крутая вот туда? Вижу. Какой большой портал. Вот, я говорю, большой. Золотой блок. Жалко. Где он? А, вообще его собрали легко. Дебильно эти штуки, которые тут очень много. Тут какой-то разрушенный портал, тут, наверное, кто-то был. Какой-то майнкрафтер. Вот, смотри, видишь, Андрей, сундук. Видишь, вот, бери его, не лутай. А, точно, давай, сейчас, потому что там есть алмазы. И, о, боже. Что такое, алмазы? Нет. Золото. Так, я пойду заберу тот сверху золотой блок. Так, окей, сейчас. Вот, все, я... Стой, подожди меня. Наконец-то нормально. Кстати, мы сейчас в горах, тут повышенный шанс найти красный. О, видишь, когда... О,
не люблю эти деревья. Я не деревья не люблю. Я не люблю, потому что она... У меня было выживание одно очень давно. Оно у меня на моей игровой приставке дома. Кстати, тут есть красные ягоды. Да. Блин, не можешь здесь красить ягоды? Я не помню. Я вижу, видишь, они колят, их надо добывать. Понял. Хорошо. Ты что, просто справишь, я не красный? Да. Ну, это, конечно, ягоды от хорошей вещи, но... Может быть, деревня какая-то брошенная? Нет, это не деревня. Ну, нет. В тайге, кстати, большой шанс увидеть деревню. Очень. Это, по-моему, самый дом, в котором деревня самый большой шанс. Так что я очень, видишь, нам повезет. Но если я не люблю деревню, то не то, что я люблю одну таежную землю, я видел в моем экране, я очень люблю. Потому что я там с такой. Спрямимся наверх. Я тут сверху посмотрю. Я тебя тут... потерял. Да, а, вот ты где. Ты забрался наверх и знаешь, нигде нету деревни. Кроме того, здесь сейчас смотрюсь. Вы... Тебя я не вижу. Ой, ты где? Моя позиция минус 35-70. Я около тебя, около тебя. Я на той же горе, ты меня пробежал. Так, я побежал. О, вот я, пойдем. Ты правильно бежишь, там равнина, я люблю равнину. То, что тут тайгу. Я люблю снежную тайгу. Она вот снежная тайга очень прикольная. Да. О, наконец-то! Ну вот, я говорю, я жил там, я издалека эту равнину увидел. Вот есть тыква, вижу одна. Тыква? Она мне не нужна, в принципе, так, коры небольшие. Так, смотри. Так. Пока нет. Ну, в принципе, ребята, мы будем заканчивать на этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей и... Артём. Всем удачи и всем пока, ребята. Пока-пока.